Пожалуй, нет ничего интереснее, чем наблюдать здесь, в репетиционном классе Мариинского театра, так и хочется по недавней привычке сказать, Кировского, за рождением абсолюта. Ибо что есть классический танец, как не абсолютное воплощение стремления человека к своему идеальному «я», к столь страстно желаемой всяким гармонии души, тела и мира. Но, Боже, сколько сил требуется, чтобы хоть в малой степени приблизиться к нему, сколько терпения, сколько души, сколько любви. О, это особенно чувствуешь, попадая на репетиции Ольги Николаевны Моисеевой. Голова дальше пошло. И раз. Вот, вот так. Лучше, лучше. Точка. Точка. Каждый жест она продумывает, как для меня лучше. И, допустим, если параллельно со мной готовит ее ученица такой же спектакль, то есть она никогда не сделает так, что у нас спектакли будут похожи. После спектакля на следующий день опять репетиции. Иногда приходишь в зал, нет желания работать, нет сил. Но когда появляется Ольга Николаевна, красивая, элегантная, полна сил, сразу же что-то подтягивается в душе, и время, проведенное с ней в зале, не хочется, чтобы прошло даром.